Audi шокировала поклонников бренда новым концептом Sky Sphere. По словам вице-президента Audi Хенрика Вендерса и шеф-дизайнера Марка Лихте, вдохновением творцов являлся Хорх 853А. Именно этот роскошный лимузин был в своей молодости эталоном премиума и центром внимания успешных джентльменов и их спутниц. Audi Sky Sphere предусматривает два режима движения. В первом случае авто имеет длину в 5190 мм и подразумевает абсолютно автономное управление. Двум пассажирам предоставляется лишь дисплей на 55,7 дюйма, который простирается на всю приборную панель. Для желающих вспомнить, что же такое держать в руках штурвал, существует спортивный режим. При его активации Audi Sky Sphere сокращает длину до 4940 мм. Из недр приборной панели появляется руль, а под ногами пара педалей. Крышу также можно убрать и с ветерком прокатиться по трассе. Дизайнеры Audi решили также, кроме дверей, открывающихся в обратную сторону, и россыпи светодиодов, представляющих оптику, сделать уникальным и капот, который раскрывается словно крылья хищной птицы перед прыжком. Audi Sky Sphere скрывает в своих недрах единственный электромотор с отдачей в 632 силы и 750 ньютон-метров крутящего момента. Вся эта мощность передается на заднюю ось. Электрокар способен преодолевать первую сотню менее чем за 4 секунды. За питание отвечает аккумулятор емкостью в 80 кВт-часов. Этого будет вполне